садится на коня. Ему хозяин держит стремя. Сеньор, послушайтесь меня, пускаться в путь теперь не время. В горах опасно, ночь близка. Другая вента далека, останьтесь здесь. Готов вам ужин, в камине разложен огонь. Постель есть, покой вам нужен, а к стойлу тянется ваш конь. Путешествие привычно, и днем, и ночью был бы путь. Тот отвечает: неприлично бояться мне чего-нибудь. Я дворянин, ни черт, ни воры не могут удержать меня, когда спешу на службу я. И Дон Виктор коню дал шпоры. И едет рысью, перед ним одна идет дорога в горы, ущельем тесным и глухим. Вот выезжает он вдали, какую ж видит он картину. Кругом пустыня, дичь и голь, а в стороне торчит глаголь. А на глаголе том два тела висят. Черных ворон, лишь только к ним подъехал он, то были трупы двух гигантов, двух славных братьев-атаманов, давно повешенных и там, оставленных в пример ворам. Дождями небо их мочило, а солнце знойное сушило. Пустынный ветер их качал, клевать их ворон прилетал. И шла молва в простом народе, что, обрываясь по ночам, они до утра на свободе гуляли, мстя своим врагам. Конь всхрапел боком, прошел их мимо и потом пронесся резво, легким скоком, своим бесстрашным седаком. Шел их мимо, и потом пронесся резво, легким скоком, со своим страшным седаком.